Вы знаете, вопросом, каковы зарплаты наших руководителей госкорпораций, я задал еще, наверное, в 2012 году, что делал и, в общем-то, последовало письмо на правительство Российской Федерации, где я попросил ответить на этот вопрос. Тем не менее, я получил однозначный ответ, что данная информация имеет закрытый характер. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Если есть какая-то доля участия государства в той или иной компании, значит, мы должны понимать, сколько денег, народных денег, платится тому или иному топ-менеджеру. В противном случае, если мы видим, что эта компания дает убытки, эти убытки растут с каждым годом, и извините, если я буду понимать, что этой компанией может управлять моя бабушка, и ситуация будет точно такая же, почему эти люди должны зарабатывать десятки миллионов народных денег каждый месяц? У меня, честно говоря, понимания нет. Что касается артистов, я вообще считаю, что любое физическое лицо на территории Российской Федерации, если оно... Доходы берутся непонятно откуда, то есть человек проводит концерты, зарабатывая якобы 5000 рублей или 10 тысяч рублей, а в то же время покупает на Рублевке дорогостоящие куски земли и строит особняки размером от 500 метров и выше, то все-таки, наверное, надзорные органы должны спрашивать, откуда такие доходы.